Регулирование банкинга неизбежно. Бобби Ли, генеральный директор биткоин-биржи BTCC, на неделе блокчейна в Лондоне выступил с речью о возможном регулировании Народным банком рынка в Китае. По словам Ли, такие изменения необходимы вследствие роста популярности криптовалюты в стране и внедрения операционных издержек китайскими биржами BTCC, Huobi и OKCoin. НБК также обеспокоен ухудшением валютного регулирования и выводом денег из страны. Бобби Ли заявил: «Я уверен в необходимости рыночного регулирования, потому что биткоин-биржи нуждаются в этом».